Первый звонок, первый учитель, первый урок, на котором рассказали о родине, о народах, проживающих в Молдове и Гагаузии. На первое занятие к первоклашкам пришла башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Я хочу от вас попросить одно, чтобы вы были послушны и учились, потому что знания сейчас очень важны. И вы, когда выучитесь, закончите школу, пойдете в университет. И я хочу, чтобы вы, у вас были хорошие профессии, чтобы вы работали во благо нашей автономии, нашей Гагаузии. Дети поблагодарили Евгению Гуцул за подарки и рассказали ей стихи. Пусть нам лето жаль немного, мы грустить не будем зря. Здравствуй, к знаниям дорога, здравствуй, праздник сентября. Администрация лицея, педагоги и родители первоклашек поблагодарили башкана за поддержку, выразив надежду на плодотворное сотрудничество в дальнейшем. Ваше присутствие придает особую значимость этому дню, и я уверена, что это вдохновит наших малышей на особые достижения. Уверена в том, что вместе со школой наши детки вырастут очень успешными и покажут достойный результат. Лицею имени Николая Третьякова глава Гагаузии подарила интерактивную доску и портативную колонку. Валентина Чубан, Вячеслав Кыса, Алексей Герчу, новости ГРТ.